нас сильно ненавидишь, я имею в виду всех питерских и все, что связано с «Зенитом», но, тем не менее, в этот прекрасный год, вряд ли день, можно поздравить, наверное, тебя с десятилетием твоего замечательного проекта «Открой рот». Очень здорово, что у тебя получается менять таких разных людей вместе и заставлять взрослых людей заниматься, казалось бы, теми вещами, которые мы, в принципе, не могли бы себе представить в нормальной жизни. Но большой привет тебе с Розы Пик на высоте 2000 с чем-то метров, где сейчас светит солнце и огромное количество отдыхающих. В общем, я хочу, чтобы «Открой рота» были такие же солнечные деньки впереди, чтобы солнце светило ярко и достижения были такими же замечательными, как и тех спортсменов, которых мы здесь видим. Все, удачи тебе и всего самого.